Точно. Давайте заходим туда в данжик. Да я вынести. Лок шардов насосал вроде. Задум тут должен. Задум, давай прыгаем в данж и засумоним шкаф. Поставить. Слушайте, а когда вот этот квест дает охоту на элитик? Что-то я пока ни разу не сталкивался с ним. Ты должен Каражан пройти квест полностью. А, у меня в Каражане еще осталось. Я на вас в Каражане. Вот это, походу, надо мне сделать, да? Да, погибли убивать и так далее. А вот это можно расшарить квест? Расшарить? По-моему, не шарится этот делик. Не берется, он персонально. Короче, только после погибели смогу, да? Вот, нет, тебе погибель, потом еще самого ласта убить надо. Ясно. Ну это еще одно КД в каре. Ласта там не надо, там как раз и погибель последний. Я понял. Да? Ну, пару пойдем тогда. Кару пойдем, доделаю квесты эти. Да, доделывай. Что делал я и так каждую неделю в кару ходил. Видишь, как получается, нужно минимум 3 КД, чтобы сделать квест на кару, цепочку полностью. Два или три. Это все делается за одно КД можно сделать. Да. Если правильно делать. Погибель оставлять, понял? А, ну если оставлять, ну это убивали все там же между ними еще РБК надо пройти, так что, скорее всего, лучше. Че, лоб, давай шраф, шкаф есть. Кого сунь туда сейчас? Так что, трепало? Краски мои тогда. Мне в каком спеке это безумец спрашивает? В ДД у нас сейчас, я так понял, Void, Танканет и Лимон. А, ну окей. Void, если хочешь, давай, можешь передать танка другому. Смотрите, сами решайте. Ну, я думал, Лимон там с ДК потанчит. Могу я в танка, мне без разницы. Я не знаю, что-то у меня там 247. Нормально будет, нет без напыла. Лучше не рисковать. А ты что? Проф 25 обычки положил, а тут рисковать. Так я его фуриком бил. Какая разница. А шо, кстати, положили, да? Давайте там микстурка и лимон, дагим, паладин, два танка. Так, Басянда, ты не суммонится, тонарис. АФК, наверное. Остальные вроде все здесь, только Басянды нет. Раздаю каски тогда. Так, броня моя, Честер аура третья. А у Шреддера аура огня вроде все правильно, да? Да? Отлично. Здравствуйте. Ты делаешь квест на охоту великих чудовищ? Каски раздал. Бежал пули трэш. Кто со мной, тот герой. Ты слышишь? Нет, да, 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 почекайте, побавлю. Ты, я имею в виду, ты делаешь квесты? Тебе надо убивать там Оню? Ну, давай, давай, иди, короче, ты похиль, короче. А я могу, там Гера стоит следующая, я могу в Гере сделать, мне пофиг. А Чисюн, да, Оня, Ик. Честер, крестик бафни себе. Честер, Лену только дайте, пожалуйста, пойти, или я не знаю, или Брейки, без разницы. Не, смотри, я могу тебе уступить, как Холи Пал, если ты желаешь. Зачем? Мало ли, может, тебе там нуждаешься. Честер, крестик себе, да? Очень плохо слышу, я так понимаю, ГМ очень плохо слышу вообще. Вообще плохо слышно, да. Турки. Короче, хочешь, иди, нет, будь на замене. Да, если нет, да. Скажите. Я могу тебе уступить, тебе еще раз говорю. Мне не проблематично, мне все равно. Боже. Ну тогда сиди на замене. Не, Дим, иди, короче, я оф, короче. Слышь, пойдешь? Угу. Давай, иди. Давай, трэш добью. Поменяешь меня, да, хорошо?
Мехтупа. Я понял, ты ж замену знаешь, что если... Я не буду на замене, мне все равно, я вообще, я бухаю просто. Ладно, окей, ты на Геру появишься? Полглазом, если хочешь перехил полглазом, куда, наверное. Ладно, не понял. Так Квинна тоже ж может 25 гер пойти, ой, ну, геры пойти. Я куда угодно свободна. Ну все, Квинна везде будет. Не, параллельно. Я на геры потом пойду. Если разрешите. Так, все, короче, давайте, ребята, удачи. Я пошел гулять дальше. Иди. Шкафчик поставьте, кто-нибудь из локов, не дом или клиник, пожалуйста. Ты уже король. А где Честер? Честер все. Ты тут не снимаешь. Ой, ебать, здорово, у вас тут Новый год? У нас рейд. Прикольно. Ауди, просили не выражаться. В смысле, нельзя в Дискорде матом ругаться? В этом канале, да. Матом можно ругаться в канале мат. А, я тогда пошел. Ну все, это с Новым годом. Чё, как делаем? Ты босса или босса я буду? Не без разницы. Да лучше ты танчи, у тебя... Ты ж ДК. А я трэш. Поддерживаю, да. Я понял. Окей, давайте на изготовочку все. Я пошёл. Пожалуйста, хилы плюс аните в чатик. Все, кто есть, может сейчас кого-то в скифон, сразу спекайся в ДД. В ДД спекайся, с хилов много, нам столько хилов не надо. 4 хила с головой хвали. Нормально, вместе со скифоном 4 хила. Девочка хорошо хилит, еще поэтому... Дориан, а Дориан в ШП? Так, подожди, стоп. Дориан в ШП. Так, скифончик, дезинформация, ты остаешься в хиле. Все, 4 хила есть, отлично. Чек на готовность. Давайте, все готовы, поехали. Не стойте у задней ноги, вы отлетите сейчас от удара, сагрите пачку драконов. Стоп, стойте к демону, видите, где демон бьет. Кто там сзади? Басянда. Отойди, сейчас хвостом она ударит, улетишь на. Ребят, я прошу прощения, этот... Белочка, прыгни вниз. Ребят, она вам не нужна, она и так хилит. Отлично, Белка, прыгни вниз. Ты будешь мелких выбирать. Роме, прыгни тоже вниз потом. Не забывайте там отбегать на огненные вспышки от больших меликов. Дайте герою РБДшек.
Это, ладно, с дроном прошайка. О, вспышка. Какой радиус вспышки? 10 метров, 15? Да, ну тут же ж это Сирус. Тут непонятно радиус. Короче, надо понять радиус, чтобы не бегать лишнее. Радиус вспышки 15 метров. 15 лет. Дыхание где, скажите, я не вижу. На 11. База. Забирай. Перед летом. На хвосте не стоите, видите, откидывает у вас сейчас сагит дракончик. Видите, мелкий дракончик, где у них все стоит, с этого места. Кому нужна голова, не портитесь. Потом их, да? Да, да. А себе умерла, потому что перед под морду дракона ее вернул. Ну да, чё, клиф попал чуть-чуть, бывает. Еще минус 5. Сакру отдал, может, живите как-то. Тотем на антифир. Только третья пати без антифира, остальные все работают. Ну, тотем третий стоит на правой передней лапы дракона, так что не надо гнать на шаман. Ну, может, у второй пати не было. А ей пати донат ставит, я вижу. Все, у кого мана есть, быстренько нажали, резнули. Массес, дайте. Редко плачет на ДД. Еще и с сопротами. Микстурка, а что в пепельном мешочке находится? А там алкашные камни, фигня. В ГБ закидывай. Сумочку рольте, кому нужна, 22 слотовая, и линканите, кто видит голову сразу. Честь для меня. Да, за голову, кстати, да, хороший икон 245. Выклететь. Угу. Я сейчас перезайду, я половину не вижу. Thank you.
Слушайте, вопрос такой на миллион. А есть ли у нас 25 человек, у которых убит проф, которые могут завтра пойти в РС-ку в 4-й категории? Да, есть. Отлично. Тогда я хочу, чтобы на завтра стоял РС на 18-3. Стоп, у нас РС не завтра, у нас во вторник, а 25-ка ж. Но и чтобы точно было больше человек, кто пересечется, и больше гарантий было, что во вторник будет фулл гид. Окей. На вторник, но в РС-25-ок жду всех. Всех с 4-й каты, у кого убит проф. Запоминайте, вторник, 18.30, будет РС-25. Открой расписание, посмотри. Открой календарь, пожалуйста. Я открыл календарь. Вторник, РС-25-ок. Да, то есть смотри, то есть один раз 25-ку ЦЛК закрыли, сейчас будет второе закрытие еще раз профа. Все правильно. Тогда уже во вторник будет, ну, грубо говоря, больше человек, будет более гарантированно будет 25-ку. Да, так и надо, чтобы приходили уже с убитым профом. Все, во вторник жду всех в РС-ку, 18.30, 50 плюсов, чтобы... Да, я по РЛ РС-ку. Там РЛ нечего делать, на самом деле. Там инст на 40 минут делов. Кроме, не завтра, потому что, во-первых, уже поставили в календаре на вторник, а во-вторых, будет ЦЛК десятка, скорее всего, на выходных. Не знаю, это не стоит, но, наверное, будет. Какой-то из дней давайте Кару Гер. Надо Кару Гер. Кару Гер, да, Кару Гер, да, еще есть принц там. Видишь, я тоже с удовольствием ходил прям в четверг в РС. Тут так сервер устроен, что нужен проф для РС, поэтому ставят его после ЦЛК. С учетом того, что этот принц еще гильдии, скажем, не на ура освоен, в принципе, нормальное решение. Я думаю, в дальнейшем можно будет ставить какой-то другой день, ну, посмотрим. Так что ориентируйтесь пока на вторник. Смотри, в дальнейшем вот этот виклик будет сразу не обычки 25-ки, а геры. То есть потом остается время. Это мы, грубо говоря, так же самое до 0:30 закрываем виклик. И можно пойти РФ-ку. Да нет, смотри, еще месяц, и можно будет две РС-ки собирать, два состава. Я мага своего как раз качну, там, как только возьму 4-ю карту, будет там две РС-ки. Так что готовьтесь к РС, она будет каждую неделю сгибать. Решил, да, я смотрю. А? Фроста тоже решил. Зачем мне Фрост? Классика, ТВ, через шар. Я все равно всех обгоню. Ну, если шмот будет нормально. Я не сумантия на камне. Мы на месте уже, мы не сумантия. Ремикстурку даже можно так сделать. Если будет народ на две РС-ки, то можно сначала убивать десятку обычку ЦЛК, потом РС собирать. Потом 25-ку обычку, другой день, и снова РС. Ну, это все хорошо, я как бы с вами недолго еще. Дней 10, и я вас покину. Почему? Вы сначала одно убейте, ребята. Убьем. А ты не будешь играть, что ли? Да, меня 3 месяца не будет. На смену, что ли, на вахту уезжаешь? На заработки. Я понял. Я как бы людям АК ставлю, там некоторым, если нужен будет, понял, именно там ДКшник или маг, чтобы заходили. Фармили кристаллы. Не, ну на кристаллы я уже отдал одному, это 100% у меня кристаллы будут. А именно для гильды, для РТ, если нужен будет, будет пользоваться.
все тут давайте. Кто там? Роми. Че, все тут бафы у каски? Роми нету, я не вижу Роми. Роми на входе. Он как прилетел, и АФК я смотрю. Все, он тут вроде, да? Да. Давайте чек на готовность. Если все в данже. Орхидея, в чем? Намазал. Несколько готово. Шреддер, Михус, Мульти, Котяка. Рыбы нету. Анта нету. Рыба нету. Ну какой-то постоянный хант задрот, гильду. ВЕшное чудище. Рыбу ешьте. Ни ханта, ни комната. Ну, мне для напула не надо, это чисто... Да понятно, просто Крога дает 4% урона, милик. Хант напул, да и вообще он полезный. Ну, сразу у меня встречный вопрос, смотри. Я могу хант нажать. У воров так же само дает 4%. Зачем Рога? Триксы. Ну, это если на пол. Это тебе увеличивают. Они стекают неплохо, эти милики. Шо ханты, шо комбо. Добро пожаловать, герой. Кто первый танчит, ребят? Стурка первая. Кстати, а БМов тут они вообще никакие, да? Да. Ну, может, я не знаю, там определенные как-то шмотки надо собирать. Ему. Вообще тут никакие, как бы все не... Говорят, что они ВПС очень дают. Они же там вообще какой-то, походу, уникальный балл дают, насколько я знаю, БМ. Есть такое. Раньше все говорили, фростмаги ВПС не дают. Я когда прокачался на фростмага, показал обратно. По 4, по 5. Давай по 4. Посмотри, блин, мелизон, не забывайте. Тут что получается, стаки в 25-ке дамажат, а в 10-ке не дамажат. Ну, десятки тоже дамажат, но... Ну, не так. Я сегодня 10 стаков, десятки не умер. Ну да, ты не умираешь, потому что ты, типа, уже нормальный танк. Да не, они должны убивать. Убиваем сколько быстрее. Забирай 5 стаков. Тихон под босс. Да не надо, сейчас будете добивать. Левая, правая какая? Я не вижу на себе бабу уже. Все, сошел. Майки левая, я понял. Да. Перед лицом не стоим. На мне нет дебафа. Сейчас будет скоро. Так, бег есть? У меня
заморозилась. Ты где стоишь? Да, в центре. Звездочка. Отверни ее от рейда в стену. Поворачиваю. Снимаю дебаф с рейда. Шаман там еще какой-то даст. Рыжий. Там он кончился дебафом. Отходим. Разбегаем. Еще не кончился. Не кончился. На ком желчь горящий ранжу набирать, чтобы не дамажить остальных. Маги, попробуйте думать у него конусом холода перед тем, как он побежит на кого-то. Ну, когда в центр прыгает, попробуйте думать, будет он медленнее бежать. Замедляют. Вот думали вроде, сейчас посмотрим. По-моему, он медленнее по воздуху летит, тебе не кажется? По-моему, вообще быстрее. Не, вроде все то же самое. А вот этот каст на Сирусе, он сбивается, ну как-то? Ледяное дыхание, нет, да? Нет, нет. Это вот этот аддон Рейдерол называется, да, который показывает? Угу. Он показывает, когда ты лутаешь босса? Угу. Роми, а ты чё, сдох? Нет, нет, нет. А чё, я шестой по ДПС? Не мог убить. Минут два в кашу. Угу. Сейчас великий чернокнижник Вильфред не попам. Где он? А, может уйти оттуда там? Сейчас же за рацию будет. Закачка, таланты, леопсет, ледяные когти, ну да, вот БДК гибрид, личности. Просто я помогал жене. Истерию можешь коту давать, как он чулан. Лужи нету. Ну да, лужи, нормально. То ФДК не нужно брать. Да это меня вчера Шейпер уговорил все-таки. Я вообще прокачивался в Блада чисто там. Нет, гибридные спехи самые топовые ДК. Или сколько которые. Особенно... Если АДК иметь еще одетых парочку в рейде, они будут еще и столько гонять. То есть ты их. Вот так и раскол.
стаки забираем магию. О, филы рады. Белка, твоя племя. Ай, моя в чемпо. Кто обычно роу, либо один, либо три кино? Линки по ЕП, ГП. Так же как и Т4. Тотем мы убираем, становимся все под красный щит. Я готов получить КП за пьянку. Турнир продолжается. Тотема, уберите ребят оттуда. Ауди КП. Ребята, уберите тотема оттуда. Будет уже спекнется. Три танка у нас есть. Если что, безумец тоже спекнется. Посмотрим сейчас, что будет. А, в принципе, может сразу спекаться, я так понимаю. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Самул это милик или не, да это кастер, да, Самул? Понял, посох. Дум клинит, кто-нибудь посидите на дереве, пожалуйста, побаните. Я возьму рогу. Воет, возьми тогда, наверное, ДКшника, и паладин возьмет вора Шакула. Вроде все метки проставил. Заливаем череп, крест, луна, трусы. Или можете трусы, луна, там без разницы.
откуда заходить? Слева будем? Без разницы. Окей, танки давайте налево. Один хил. Это паладин, будешь нас подхиливать. ДК, вы знаете, что с притяжкой делать. Череп, чтобы был в рейде. Рейд стоит на месте. Не выходит. Воид, подходи к нам. Да я там фир дам. Окей, все, давайте. Чек. Поехали. Кто убит-то? Череп вытягиваем. Череп, крест, трусы, луна. Череп, крест, трусы, луна. Рога меня застанил. Рыжая мяу валяется. Бернуть ее. Пока не надо. Не надо мне бэрить, мне сожрали. Я не помню, так круто пошло. Еще одну геру дайте, если есть. Вторую поэтому геру дайте. Если что, по мне щит нужен, кстати, я сам на себе держу. Ты кому щит? Тебе. Ты себя кидаю себе. Если ты половину тебе. Да. Не, ну мало ли, просто некоторые задерживаются. Выведите, пожалуйста, что кто там кого-нибудь. А, так, нет, дергай. Взяла, она убивает. Слав и Лимон, у вас помощник или нет, если просто? Да уже некого, дерево убивает. Черепок бы неплохо было убить. Рогу можно. Привет всем. Здорово. Тебе добрый. Всех положили. Можете мазать всех. Сейчас Рогу убьем и подводите сразу двоих. Да, после Роги. Подводите двоих сразу. Или мы идем куда-то вторая. Thank you.
После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Мне нужна цель. Бафните, пожалуйста, те, кто упал, это два шамана. Тотемы убираем. Хорошо. Привет. Ты на Гере будешь? Да. Пусть состязания начнутся! Я прошу прощения, не отвлекаю. Травить начинается, что? Ага. Лимон, я белку заберу, но тебе нахуй не нужна. Она так знает, что делать. Крыло, ну, крыло вопрос. На минутку, на минутку. Я не РЛ, крыло вопрос. Уважаемый РЛ, можно мне белку забрать на минутку? Она знает, что делать. Слово даю, гарантию даю. Спасибо большое. Марин, спустись. И у нас не ругаются, если что. Да-да-да, учиться будешь. Да не, наверное, вы меня просто кикнете за это. Я учиться не будешь считаю. Учиться, будешь учиться, мы все учимся. Просто смотри, я вот где-то тут еще. Нет. Что? Орел, что там? А, ребят, будьте добры, пожалуйста, более кучно встаньте, а не так, что мы одним большим станем. Давайте становимся, убиваем, поехали, у нас еще Гера впереди. Все готовы? Поехали. Во имя темного повелителя. Дима, а Тема с понедельника будет? Пока нет. Не мог забрать. Вообще не. Берить не надо, он все равно это будет. Бьем. Плох никак. Два раза не воспринял. Я отдал тебя тройной и две длани. Не мог забрать. Не знаю, как тебя. Везде Миша. Если кто-то знает, оказывается, подсказка. Три таунта все равно убил. Диминишинг на таунт. Лок все равно будет валяться мертвым, не снимешь ты с него. Это же The Doom. Потом еще и убил это и бала. Здравствуйте, еще раз. Вы там не траете ничего? Траем, у нас трать. Ладно, подождем. Меняем цвет. Говори, Егор. Встали, зашли.
Боец, петь не сразу в танке. Бафните венты и задума. Касочки там, станинку, все дела. Кто поставил дистый путь? Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Че, все упали? Нет еще. И смотрите, после Ануба, кому нужны шмотки, оставайтесь, я буду разраливать, потому что у меня места в сумках нет. Дальше. Кому не надо, летите с умом на груля. Ребята, у нас будет перерыв между обычками и герами? Магазин вкусного. Да, конечно, конечно. Да, между герами точно будет перерыв. На которой вы так бездумно построили свои дома. Скажите, во сколько мы вышли? Начали бить? Около 7? Угу. Без 10-7. Угу. Ледяной рев мы убили, точнее начали бить в 19.08. Ровно. 19.00. Воид и Лимон, вы знаете, что делать. Слав, пожалуйста, собьешь сферки, две сферы сбивай. Ага. Чек на готовый. А можно маленький вопрос? Что у нас по общему ДПС? Кто-то может сказать, на каком все этапе нам хорошо Геру выдать? Геру дашь буквально через 3 секунды, через 4 после пула. Добро. Сферки, сферки, Слав. Хватит? Две хватит, да. Милики бьют того, который под боссом, РДД переключается на другого. Еще одну Геру, пожалуйста. Еще одну Геру дай. Бьем все босса, босса бьем, а Тауе умрет жив. Пустите, пожалуйста, все сферы. Сферки отпускаем. На траектории шипов не стоим. Мобов так же само заливаем. Нет вам сферок. Хватит, все, сферы не сбивать. Ну,
Давайте все в начале, где мы босса били, сюда переходим, тут его будем танчить. Добейте мелких жучков. Мобы, бейте маленьких, АОЕ заливайте. Милики под боссом, бейте ЖК, РДД, переключайте в другую. Давайте босса переводим, все в босса, бросайте ЖК, бейте в босса, лейте. Меня на фулл хп, остальной рейд на 30%. Можете еще отменить РДДДД молитву, стой, чтобы хилам было короче. То есть всем, кроме танка. Еще одну Геру, если есть, шаман. Геру дайте еще, если есть, пожалуйста. Меньше прохила по рейду. Сильно рейд захиливать и меньше хила. 25 гер побывают. Так поймут, о чем речь. Да, да, да. Даже в десятке. Обычка прощает вам. Вы такие фокусы не пройдут у вас за хилом. Никогда. Кому нужен шмот, остаемся. Остальные все на груля летим. А если шмот распал? Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Кроме есть великий уравнитель, будешь великий распылитель. В числе избранных. Спина-то классная, блин. Не знаю, что я тогда не ролик, а СПД, крит, хаста, выносливость, интеллект, совершенно. Что там ролишь? Грул, магик, что там? Грул, потом магик. Походу на танк ничего не упало, да? Вроде бы да. Ну, кроме тела какого-то 45. Так, да, честно, не нужно. Только тринка, я до тринкой шел. Это безумец, я отойду на минуток 5. Угу. Мухич у нас ушел. Снижения не было, спасибо. Макс, ты тут? Макс, полегче. Слав, сделай снижение на 30%, пожалуйста. Сейчас. Почему на 30%? Я на прошлой неделе не снижал ничего. Угу. На прошлой неделе я не снизил, я забыл. Угу, спасибо. Что, опять забыли? Паладины, рольте, колечко хорошее, кому надо. Мейн спек, офф спек. Лимоныч, тебе нужно кольцо? ПДП? Это без, это ролл. Давай это ролли. Давай это ролли. Кто-нибудь не нужен, я разнесу. Хорошо, я тебя отдам. Я тебе не пернем. Нет, кем бы не падал. Сапожки, кстати, на танк упали, 45-й. Нам не надо. Вот, все уже СРС выдал. Ты в них, да, Войт? На ДД у меня крафтовые. Хорошие сапожки. Все, 25 обычка нужна.
На офспек рольте, ребят, кому что надо. Да там никому ничего не надо. Да там лут такой помоешь, наборы и то лучше. Звенящий гребень. Обмен. Токен тоже за ГП, да, уточняю? Что еще раз? Т4 и тринки. Т4 и три. Okay. У нас плюс один может быть. Кого возьмем? Почему один ливнул? Он прошел изменить. Там вроде говорил кто-то, что уйдет, не? Легоним. Я не видел. Шел еще раз. Минус один в рейде. Ник, скажите, пожалуйста. Вот я откуда знаю. Вот листаю, что-то не вижу. Ушел минус один. А кто именно, я не знаю. Кто именно, да, непонятно. Я не вижу, чтоб тот с рейда ливил. Вон написали же. А, да, Михус ушел. Что написали? Браслет, он просто вышел, видать, и все тупо. Браслеты на танках, кому нужны рулим. У меня лежат вот такие. Вон он выше немножко написал, сори, надо уйти. Ага, я понял. Все, окей. Друиды, кому нужен посох? На замене есть сосед? На замене никого, сейчас пойдешь ты. Угу. Скифончик ГЦ, хороший посох. Наруч, кстати, ничего таких, у кого метки не докапок, можно с ними погонять, пока боение. Нанобелка, давай обмен на наручи. Тут какие-то альянсы нас бьют. Быстрее сюда, быстрее. Вон три нахила. ЗГП. Хилы рольте, пиши, если кто не видит. Отличная тринька, хилы рольте. Всего двое. Понял. Ты там не бесполезно, роль. Ну да, приора нет. Нет. Тут алики. Залетайте. Ребят, не бегите просто в этот в инст. Выйдите, их пять человек. Вы по одному дохнете. Ну это цирк, ребята. Выйдите из инста, убейте их к чертям собачьим. У него забрало падает, когда он алик видит. Нахрен они нужны вам, долетели, забежали вы. Позорьте, их трое осталось, двое убит, полудохлых. Да, не надо выходить, шкаф ставить в инстек, суммоньте своих. Надо их убить. Ребята, у нас 10 человек убили, которые пытались пробежать. Это конченые люди, надо их убить. Пустите, пожалуйста. Помогите. Катрине ты забрал. Катина. Ребята, не слышно меня? Слышно. Слышно, я написал. Да ничего, Катрина, была. Сейчас, секунду, я еще не разрулил это.
Роме, давай внутрь, там шкаф внутри стоит. Никого. Заходите внутрь, все. Дети, падлы, красные. Все упали уже. Я-то никого не убил. Ну, хочешь, могу сказать, где ты можешь уравнять эти шансы? Ну, это ткань, я отдаю тот, кто в ткани. Обмен турбо. Сань. Я просто да. Так, красный. Очень много цвет. Чернил не нужно. Когда? Ну да, красный принято. Цвет горит, я как бы на него лечу. Макс, каких именно? Сейчас скажу. Я еще просто эти. Суманите, пожалуйста, кто там. Вот таких вот надо по паку, наверное, сделать. Есть? Сейчас, если я понял, какие-то полуночные, астральные. Да не было шеи, скифон. 100% шеи не было. У меня нету сумки. Макс, я туплю, какие это именно. Давай после этого посмотрим. Хорошо. Скифончик, ну смотрю, честно, но у меня нету шеи. Я даже и не видел, чтоб шея падала. Да я со всех забирал вроде все. Да я еще ничего не пылил. Я только одну шмотку распылил, это с Аникси. Тогда я, видать, ее не подобрал. Макс, смотри, астральные чернила, как грязи, просто как грязи, просто выкидываю. Полуночные, промежуточная получается это, их, ну как-то так, то есть они, то нет, их тоже целенаправленно никто не собирает. Угу. Ну давай полуночные куплю тогда, а астральные ты возьмешь, да, у тебя есть? Да, да. Ребята, отлипаем, давайте. Сумон, кого сумоньте, пожалуйста, кто написал клип? Спасибо. Пергамент тоже купить? Нет. По-моему, все. Пергамент дешевый.